В Актанышском районе погибли два рыбака. Пошли проверять сети на реке Старица. После ночных заморозков гладь покрылась тонким льдом. Тяжести он не выдержал. Оба провалились. Первого спасателя нашли быстро. На поиски второго пришлось вызывать подкрепление. Тело подняли спустя несколько часов. В МЧС говорят, оба были нетрезвы. Государственная инспекция по малоземным судам обращается ко всем рыбакам, любителям подледного улова рыбы. Не подвергать свою жизнь к несчастным случаям, не выходить на лед до полного его восстановления. А также обращаемся к родителям, чтобы не оставляли своих детей у водоемов без присмотра.